Всем привет, дорогие друзья! Привет! Добро пожаловать на наш Мукбанг-канал! Сегодня мы с вами готовили очень легкое, простое в приготовлении, готовится за 10 минут вот такое вот шикарное блюдо. Это куриная грудка, сочнейшая, вкуснейшая. Вот так она выглядит, посмотрите. Давайте пробовать. Сейчас скажем свое экспертное мнение о ней. Риса столько набузил ты. Я молодец, да. Надо сказать. Угу. Так. Прям... Очень вкусно. Квадратиками будешь вытаскивать. Очень вкусно. Да? Yes, yes. Она вся такая пропитанненькая получилась. Также у нас пак кимчи. Очень вкусно. И острые перчики. Ссылки на рецепт вот этой курочки, замечательной, вкуснейшей, и пак кимчи мы вам оставим внизу в описании под этим видео. Переходите на наш основной кулинарный канал, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Всем желаем приятного аппетита. Приятного аппетита. Ну как? Вкусно? Конечно, да. С рисом я промахнулся. Надо было класть поменьше. Такая сочная грудка вообще. Только так теперь буду готовить. И легко, и просто, да? Мне кажется, даже не только грудку, любые части можно так приготовить, да? В таком соусе. Усы, лапы, хвост. Окей. Оп, стоять, не бежать. Пак кимчи ферментировалось. Мы его уже в холодильнике держим, да? Да. Кстати, ты предполагала, что это будет постновогоднее видео. Скажите, как вы там Новый год встретили? Успели Сколько ли... алкоголя выпили? Это уж ваше личное дело. Успели ли загадать что-нибудь хорошее? Мы много. Бой курантов. Мы сегодня гуляли с подругой Сардинч по набережной. И обсуждали. Я говорю, давай, говорю, на ужин к нам посидим. А после 12 ночи детей спать уложим, пойдем гулять, потом к вам пойдем и продолжим. Бухло возьмем и продолжим. Она говорит, good идея. За любой кипиш. Ей только надо будет подготовиться. Она же наверняка... А, ну хотя она... Такая, как ты, тоже она со своим салатиком придет наверняка в гости. После таких блюд думаешь, какого черта я мед не ем? Да? Ты же мед не ешь, как ты это ешь? Как я это ем? Вкусно? Да. Интересно, в турецкой кухне есть что-нибудь такое, чтобы мед применяли? Именно мед, а не пекмес.
А что-то писал, что здесь делают с пекмезом, что-то смешивают тахинную пасту и кушают. А пекмез мне прям рекламировали рожковое дерево, рожковое дерево. Оно везде встречается. Во всех супермаркетах. Ой. Нежная такая курочка. Я всегда считала курочку сухим мясом. Но здесь, прям в этом рецепте, шикардос. Чего хорошего в телевизоре на Новый год разглядели, по каким каналам? Мы не знаем, будем включать, нет, телек, мы как-то его никогда не включаем. На Новый Когда год? Когда сидим за столом. Всегда с друзьями. А что они там поймут? Друзья наши. Это будет русскоязычный Новый год. Песни? Может, мы турецкие будем программы новогодние смотреть? Ну. Чтобы турецкие программы новогодние смотреть, надо шнур туда вставить, телевизионный. А мы, по идее, когда выйдет этот мукбанг после Нового года, уже должны знать, что мы смотрели. Конечно. Ты как этот, поэтому, голос из будущего. Поэтому я спрашиваю, что люди углядели на Новый год. А сам ответить не можешь. Хорошего поведения. Про себя. Опять себя? Не могу, да. Так все горит во рту. Это от кимчи. Не от курочки? Я еще перчик ем. Не, не от курочки. Курочка сладкая. Да. Друг Арай говорит, давай, зачем тебе ехать в метромаркет, если ты можешь елку заказать в интернете. Будем? А у них, если не подошла, чуть-чуть двух недель обратно можно взять? Живую тогда будем брать. Ну, живая может засохнуть, а пластиковая там не засохнет. Мы уже на момент выхода этого видео после новогодняя пора, а мы еще про Christmas tree разговариваем. Елочку, елочку, иголочку. Вот такие чудеса. На улице вообще новогодняя погода. Весна. Потом. Такая уже прям глубокая, уже. Глубокая, прям уже такая, да, солнечная, уже теплая весна. Где-то уже, когда. Да, это даже не Пасха, уже Красная Горка. Май. Туда вот, да. Обалденно, я люблю ферментированное именно по кимчи. А ты? Я люблю, любое люблю. Хотя свежее мы тоже подъедали, но сейчас прям вообще в удовольствие.
кстати, вот есть с луком, капустой, а что дальше не развивает кимчи? Кимчи с огурцами. Есть. Ну, да. Готовил? Да. Забыл? Нет, после Нового года памяти нету. С помидорами. Есть. Готово? Да. А, там. С чем еще? С тыквою. С помидорами, наверное, не кимчи больше, а просто помидоры по-корейски. А, да. А с огурцами кимчи. Чим-чим-чим-чим. Ой. Остался, кто-то пришел. Тишикердерим. Продолжаем мукбан. Сигара бюрек. И поджаренная рыбка. Вау. Нет, это рыбные палочки. Вау. Так, убирай, да, это детям. Супер. Надо пробовать, пока свежачок. Это же из готового теста. Ювка. Да. Они как такие продаются, бывают в магазине. Можешь купить уже. Завернутые. Очень вкусно. Уже завернутые. Только открывай на сковородочку и все. Да? Да, такие есть в этом сетях. Это, мне кажется, тоже готовое. Тут какой-то сыр находится внутри. Да? Да. Чё, вязаль. Супер. Ты секрет дрим. Да. Как по самому получилось, да? Он там стоял с подносом за дверью. Салатик. Рыба. Ой. Как вкусно. Я думаю, это тоже где-то в пакетиках куплено. Я тоже такое хочу, Лёш. Надо узнать. Гоу. Гоу, тут магазин. Ну, сначала сардинчик. Ты же не знаешь, что покупать? Не знаю. Палочки, знаете, такие мягкие-мягкие. Рыбные-рыбные. Да. Не то, что там фарш какой-то рыбный, а именно рыба здесь. И, не знаю, но у нас какие-то они обычно нежевабельные, зуб не заходит. А здесь прям мягкий-мягкий. Класс. Откусил вот прям кусок рыбы. Обалденные палочки рыбные, надо узнать. Что за фирма? Классные, мягкие такие, обалденные. Салатик вкусный. Салатик с апельсинкой. Все очень просто. Апельсинка из собственного сада. Скорее всего, да. Очень вкусно. У них под окном первый этаж, так сказать, в палисаднике растет апельсин. Кстати, вот так тоже сырные будет вкусно. Угу. Да? Это точно, да. Помнишь, мы как-то в Белоруссию приехали, пошли в магазин, что ж купить, покушать. И купили их каких-то блинчиков. Угу. Разных каких-то набрали. Классные такие вообще, нам очень понравились. Угу.
Они, кстати, продукция в основном белорусская и немного украинской. А русской вообще нет. Да? Мы ничего не видели. Российского производства. А украинских много было кетчупов. Надо узнать, это что за фирма? Угу. И вот это. Мукбанг такой устроить. Сладкие. Да. Вкусно. Я раньше очки по привычке поправляю, очков нету. Где-то положил и потерял. Я раньше что-то подобное вот палочек покупал в бытность, так сказать. Если в Москве. Внутри будет сыр, и это все вот так будет тянуться, это вообще будет шикарточка. Но это так нарисовано на картинке к этим палочкам. Да. А когда их пожаришь, они такие становятся крепкие прям. Нет. Ну, российские просто пробовал. Серьезно? А. Я никогда не пробовал. Я много раз покупал такие. Эти. Мне апельсинчик понравился. Кушай на здоровье. У нас еще там есть в холодильнике. Достать тебе? Помытый вот здесь есть. Наши. Это магазинные. Мы, то, что Ирай угощал, мы все съели уже. Так наши не такие сладкие, как эти. Ну, наши всего лишь они магазинные. Они все отличие их. Сладкие? Сладкие. Дать? То вон она сзади лежит. А я всегда такую заправку вкусную делаю для салата. Она же приходит, когда в гости несет салат с собой, и отдельно в стаканчике... Вон там есть остаток. Заправку. Со своей заправкой все это заправит. Потом... Нас угощает. Да, угощает. Такие у нас замечательные друзья. Накормили, так накормили. Объедушки. Да. Мы не рассчитывали на эти две тарелки. Но пришлось. Работа у нас такая. Да, да. Спасибо большое. Сардинч. Да. Forever. Ты лучшая хозяйка. Да? Ага. А Рай Бабам, ты лучший delivery. Delivery. Man. Доставщик. Кстати, я был в Мерсине, когда вот машину забирал. Обратил внимание, там очень много мопедистов на мопеды. Доставка. Прям очень много. Ну так у нас тоже в России сейчас это развито. В России сейчас уже все отразвилось. Сейчас там снегу набузило, и уже на мотороллере хрен куда уедешь. Ну да. А там прямо они кишмя кишат. И много этих... у них в одном цвете шлем, куртка, потом у них... Для доставки не рюкзаки, как вот у нас этот Яндекс.Еда или там кто там, Delivery Club, а на мотороллерах такие коробки, ну как это назвать, такие коробушки. И они все в один цвет. Шлем, куртка и вот эта вот коробушка в один цвет. Одеты они на разных мотороллерах. Бывает и мотороллер тоже крашен в такой же цвет. То есть они прям вообще прям такой весь салатовенький едет. Или розовенький такой. Прям много-много. И таких, я гляжу, даже эти полицейские не тормозят. А вот за пацанами, которые без шлемов катаются, они гоняются. Ну, мотоциклисты. Понятно. Я сейчас пирожок спеку. Тогда я пока из стола не выхожу. И я не знаю этот. Я пирожок испеку. Представьте мне другую Раю с покупками новогодних декораций. Или... Просто знаешь меня, что немножко подпугивает? То, что мы швабру с насадкой купили за 99 в интернете, а там 249 только швабра без насадки. В том же метре, куда мы все так пытаемся попасть. Ну, туда давай закажем тогда через метро. Единственное, по картинке поймешь, пушистая елка или не пушистая? Нет, может быть и поймешь, что если вот такие будут нарисованы. Сосна, если, да? Сосна. Не поймешь ни декорации, не размеру, не поймешь. Как в анекдоте, да? Он неприличный. Знаешь? Когда этот, кто там, зайчик пришел этот, на склад, где елочки продаются. Говорит, дай, говорит, елочку там, волку. А волк говорит, нет, не продам.
Такой, ну дай там, продай там ёшку. Нет, говорит, ну дай, говорит, хоть сосну. Говорит, ну ты, говорит, это, конечно, можешь это сделать, но бери березу. Вот. Ну что ж, друзья, сигары Берек у нас нету на канале. Рыбные палочки у нас есть омук на канале. Омук по кимчи и вот эта вот замечательная сочнейшая грудочка. Все ссылочки найдете внизу в описании под этим видео. Ну а мы будем заканчивать это видео. Было очень сегодня вкусно, просто классно. Безумно вкусно. И Ольга молодец, и сардинчи великолепно готовит. В общем, мы красотки. Вот, готовьте. И скромные еще. Да, готовьте вместе с нами и кушайте тоже вместе с нами. Ну а мы будем заканчивать это видео. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. И комментарий какой-нибудь хороший напишите. Нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Приходите еще. Увидимся снова. Пока-пока.